Hola a todos. Всем привет. En esta clase vamos a aprender los colores en ruso. El color en ruso es цвет. И colores – цвета. Como son adjetivos, entonces tienen diferentes terminaciones. En masculino tiene terminación «oy» – «ey». En femenino – «aya». En neutro – «oye» – «aya». Y en plural – «ella». Белый. Белый медведь. Белая юбка. Белое перо. Белые ромашки. Красный. Красный мак. Красная роза. Красное сердце. Красные туфли. Оранжевый. Оранжевый диван. Оранжевая машина. Оранжевое платье. Оранжевые цветы. Голубой. Голубой бант. Голубая птица. Голубое небо. Голубые глаза. Синий. Синий дом. Синяя бабочка. Синее море. Синие шорты. Коричневый. Коричневый стол. Коричневая футболка. Коричневое пальто. Коричневые сапоги. Желтый. Желтый ремень. Желтая сумка. Желтое солнце. Желтые часы. Фиолетовый. Фиолетовый камень. Фиолетовая рубашка. Фиолетовое пламя. Фиолетовые браслеты. Черный. Черный карандаш. Черная шляпа. Черная пианино.
черные щенки. Розовый, розовый расцвет. Розовая помада. Розовое озеро. Розовые игрушки. Зеленый. Зеленый светофор. Зеленая трава. Зеленое дерево. Зеленые яблоки. Серый. Серый котенок. Серая лошадь. Серое здание. Серые фотографии. Золотой. Золотой ключик. Золотая рыбка. Золотое кольцо. Золотые серьги. Разноцветный. Разноцветный торт. Разноцветная радуга. Разноцветное печенье. Разноцветные фломастеры. Bueno, es todo para hoy y espero que mi video sea útil para vosotros. Que tengáis un buen día. Nos vemos pronto. До встречи!